Всем привет, с вами Андрей Чент, и это God of War, и мы проходим игруху дальше, и у нас сейчас с вами что? Правильно, освобождение дракона. Вот на этом месте мы закончили, и нам нужно его освободить. А я так понимаю... Надеюсь, он меня не поджарит. Хотя он же не понимает, что мы хорошие. Куда он стреляет? Вверх? Так, нам нужно его освободить. Грума! Отец, я готов! Ага, эти еще на щитах. О, бля. Прости, я не готов. Так, давай будем здесь с ними валиться. Это я забью. Пускай собаку. Продолжай. Он пока лежит, отлично, вот. Я готов. Вот, сбили. Есть контакт. Первый готов. Очень рвануло хорошо. Так. Убили? Так, этих поубивали. Что здесь у нас? Что это за руны? Это нужно стрельнуть чем-то? Я что-то не понимаю, что это, если честно. А, все. Как твой друг стал драконом? Это должен был... Он вовсе не друг. Уничтожить святилище. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Пойди сюда. Так, тут у нас сталь. Ага, и тут у нас можно открыть. Все. Так, дракоша. Я так понимаю, если я попаду под его выстрел, ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно. О, бля. Не знаю, но по-моему это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Блин, а куда мне нужно идти? Сейчас, мне нужно еще, получается, где-то... Так, еще где-то один. А где? А может сюда? То есть где-то еще один артефакт хранится, который нужно уничтожить. А, не, ни хрена, не сюда. А, отсюда видно вот его. А если так кидать? Ага, хрен там. Не, ну собака порешала. Это было шикарно. Но как мне попасть туда? Вон я уже этот артефакт вижу. Ага, ага, вижу, 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 вижу. С другой стороны, вот. Вот сюда нам нужно. Все, сейчас мы залезем, 100%. Да. Ух ты, бля. Мать моя женщина, шо это?
О, бля, ввалил, так ввалил меня в кабину. Уходи! Прости, я не готов! Отвлек? Так, надо того убить. Бля! Ну, я тут уже как бы это... Все. А, мне нужно было купить камень воскрешения. А я забыл, что у меня уже его нету. Блин. А нельзя поднять? Нельзя. Ладно, будем валить так. Следи за ними! Валим пока по чуть-чуть так. Хотя... Вот это надо спусти. Я уже готов. Впереди, сзади. Ну, бля, где он? Все, сняли его, отлично. Так. Следи за ним. Ох, бля. Отвлекай его, где ты? А, бля, попал под удар ему. Это я уже сам виноват, конечно. Что это? Что он делает? Что-то было у него. Это он пытался восстановиться? Давай. А, вон жизнь у нас есть. Ох, бля, почти пробил, не считается. Следи. Ах, бля. Отлично. Уходим. Почти готов. Ага. Взорвали его. Осталось двое. Готов. Ах, бля, достал! Целебный камень! Ну, ёперный театр! Вот что ты будешь делать? Ютишний вариант. Ох, какой сильный, бляха-муха, противник. У меня камня воскрешения, черт побери, нету. Либо придется вернуться... За камнем. Вроде все, чтобы неплохо было. Ой, это все, я был, где мой протек был. Ха, убивает меня. Отец, то есть... Провтык в моем кувырке не вовремя. Когда мне нужно уйти от него, а я на него кувыркнулся. Отрой за мной.
Блин, надо было воскрешение купить. Я что-то за воскрешение вообще забыл, что я уже использовал. Сейчас, если не получится, пойдем за воскрешением. Жужь. Вот, отлёт. Я готов. Отвлекай его. Ты не готов, а я готов. Что делать будем? С этой жопой с головами! Плохо выглядишь! Я готов! Плохо выгляжу там! Мягко говоря! Слева! Слева! Почти готов! Ну, отвлеки его! Я тебя там, зараза! Собака! Возьми! Я уже готов! Ох, бля! Осталось двое! Бля! Мне жизни нужны! Сына! Оно ж, блядь, бессмертное! Осторожно! Блядь! Уходим! Давай еще чуть-чуть! Не позволяй ему! Ну, еще чуть-чуть! Только не сдохнуть бы, пожалуйста! Отец, бережись! Отец, бережется! Давай! Никогда! Они словно вышли из царства Хель! Что же ты делаешь? Покажем. Боже мой, какой он жесткий был! Пора его освободить. Думаешь, он тебя вспомнит? Не знаю. После нашей встречи многое изменилось. Когда я был с ногами. Вот это внедрённый. Фух, бля. Да ну нахрен. Его освободить. Точно? О, бля! Я на это не подписывался. Вы что, издеваетесь? Пока нет.
Нет! Да, отец, в шоке, я могу полезть, не могу! Берегись, отец! Отец, в шоке! Пожалуйста, не говорите мне, что сейчас все будет сначала. Я вас очень прошу. Не говорите мне об этом. Нет, не сначала. Сына, у нас проблема. Значит, смотри. Мы сейчас пойдем, эти падлы вылезут. Как их убивать? Вообще не имею понятия. Ну, сейчас они вылезут. Забери! Может, будем тут их валить? Мне ведьму бы убить. Попали. Ну ладно, попробуем. Давай, сына, давай. Тебя стреляют сзади. Давай. Ах, бля, потеслась, жила. Жду команды. Фу, бля. Жду команды. Опа, Лёшка, прости, не могу. Так. Выпускай собак. Я ж поставил щит. Не бросай меня здесь. То есть щит типа вообще до сраки получается или что? Хрена себе они ядрёные. А, попали. Ну, поехали. Попробуем. Ну, то есть, такую в лобовую вообще хрень получается, да? Черт побери, вот что ты будешь делать? Мне, конечно, бы что, единственное, бы мага в первую очередь уничтожить. Вот, наверное, мага... Где? Среди лобосы! О, бля, это не маг. Ладно, я... Блин, а где мах? Мах получается дальний. Да, в ближний бой вообще не мое. Капец, пока этого бляха-муха дракона выпустишь, жить не захочется. Заберись! Уходим! А, блядь, не ушел. Прости, я не готов. Не вижу.
отец видел. Есть, одного грохнули. Ох, бля! Ох, бля, я второго не видел! Брат, вставай, брат! Бля, понимаете, есть вот место, где можно с ними побиться, но это, оно очень узкое, мать его. Блин, хоть иди за воскрешением, реально. Вроде и шансы есть победить. Ну, вылазьте. Ну. Ага. Может просто бегать, и оно по ним попадет? Не могу! Все, теперь ведьма осталась. Осталось разобраться только с ведьмой. Фух. Где она, бля? Иди сюда, ведьма. Сейчас мы ее сюда заманим. Давай. Где она? О, бля. Ладно, надо идти за ней. Что ты, жопа, с глазами? Я не готов. Сейчас задарахнет. Ну, давай. Давай, 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 давай. Ну, еще чуть-чуть. Зажали ее. Где она? Есть какая-то. Уходим. Уходим. Ой, бля, опять кольцо зажало. Ой, наконец-то. Фух, бля. Ничего себе, потно-то как. Как теперь его освободить? Тут-то? Ну, освобождай. Было бы хорошо видно, как сын его освобождает. А, сын освобождает. Все. Вот так, мелкий уродец. Спасибо, не за что. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Редкий предмет чары. Умеренный шат. Окей. Фух, о, слеза дракона теперь у нас есть. Не, ну это, конечно, был очень сложный уровень с доп-заданием. Ну вот реально. Сначала геморрой был с тем рыцарем. Ооо, вы шо? Так беса гнать. Так, а вообще, на чем мы остановились? На том, что мы вообще хотели выполнять основное задание. Но, а еще здесь мы и нормально помахались.
Блин, у нас один момент. Мне нужна руна воскрешения. Обязательно. Без нее, ну реально никуда. Сына, идем за руна воскрешения. Блин, да конечно надо передвигаться. Или потом где-то переместимся мы. Уж реально без руны. Так, нам сюда. Да. Фух, ты что? Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Давай я тебе попозже расскажу. Боже, это кто такие, бля? Что это, бля? Гульвейк. А, он не валится хочет смог. Ты слишком рано покинул этот мир. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвейк зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя. Мы должны... Магия... Правда? Окей, я так понимаю, что он хочет, типа, на доп. Задание. Ну, нам пока не надо, ну, они забрали извини, три дружище. Кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Мы идем пока на основное. Резец уже рядом, за этими вратами. Что такое? Да вы замахали! Просто! Подожди! Ох, блядь, что эти мелкие? Блядь, да вы издеваетесь! Меня к этому жесть не готовила! Оп, есть, так. Обезьяна! Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Так вот. Что я хотел сказать? Ядрыть. Где мой топор? Хрена себе у нас махач был. Я аж прозрел. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном.
но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Рубил его. О, это молот Тора? Ну нет, он упал на деревню. Да, когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно, но на самом деле мерзавцу повезло. Область открыта, северный причал. Оборотень! Опасный зверь! Убьем его вместе! Только скажи! Готов! Он порвал! Пускай собаку! Глушат. Отец, берегись! Есть. Зарубили. Нужен резец? Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. Так, символ храбрости, золото. А, точно. У великана зачем? С каким-то кристаллом. Ну вот, ничего не вышло. А, там что-то еще. Че, ничего не вышло, вот. Что-то вышло. Брат, гляди, кристалл снова сияет. А, типа, что порвануло здесь, я думаю. Правильно? О, отличный да. Ход. Спасибо, его идея. И с другой стороны можно также. Да, надо будет как буду этих. У гномов купить себе воскрешение. И сюда шандарахнем. А там, по-моему, вообще проход есть. Если я не ошибаюсь. Так, тут же мы пока не пойдем. Найдены тайные комнаты. А, прям... В смысле, прям тайные-тайные? Типа мы можем... А, нам туда и надо вообще. Мы же больше никуда и не пойдем. Правильно? Правильно. Окей, все, тогда ладно, идем. Нам сюда. Так... Окей, снизу кто-то есть? Снизу никого. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Ага. Нормально у него предсмертный вздох. Что там лежало? Деньги? Да. Так, больше ничего такого не видно. Вроде не.
символы, руны. Так. Ну, лезем выше. Нам как раз туда и надо. Хотя вот еще можно здесь забрать что-то. Редкий предмет, нагрудная броня. Блин, восстановление. Но с другой стороны, руны, защита, сила. Ну давай, слушай, ну хорошая штука. Вот реально. Вот ничего бы не сказал бы, но реально очень хорошая штука. Ну, все остальное херня. Вот так давай. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Найди кончик резца, в нем вся магия. Так, волшебный резец. Будем браться? У нас тут... А что, блин, будем делать? Смотреть на них? У меня вот вопрос. У меня по навыкам. Даже не, ни хрена, не по навыкам. По оружию, вот. Высокий шанс поглощать... Блин, у меня же там было что-то по восстановлению здоровья. Собаку. О. Его как раз глушат. Электричеством хорошо. Отлично. Так, все, мы уже его там убили. Враги убиты. Все. Готово. Так, это есть. Вот там что прочитать можно. Прочесть можешь. Слушаюсь. Тебе вообще-то голова есть. Дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Так, тут я вижу много у нас всяких этих есть. Что за браслет? Ну, слушай, вот браслет хороший. Вот браслет и прям на порядок лучше. Берем. Такое мы любим. Можем, когда хотим, что-то хорошее давать. Давно пора было, чтобы уже что выпадало полезное. Ага. Так. Атрей, ко мне. По символам. А как вы хотите, чтобы я это открыл? Чё-то я ни хрена не понял. Вон еще одна какая-то. А что это такое? Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Вот и я ж думаю. Так. Ага. Я пол, там нужно было утонуть. Вот.
Я что-то понять не могу. Типа зеркально надо отразить, правильно? То есть, типа это зеркально так или что? Ни хрена непонятно. Нахрена, что, зачем? Типа догадайся сам. Так. Ага, вот, все, теперь мы одно открыли правильно. Есть, одна есть. А здесь что тогда? Здесь вообще какая-то хрень. А, здесь, наверное, нужно нужную. Все, я понял. Вот, вторая тоже есть. И надо еще где-то одну найти. Так, еще одна. Еще одна. Застывшая, а где же она? Основа для кристалла. Но как его спустить? Так, основа вижу. А ты видишь кристалл? Почему я кристалл? Уже показалось. Почему я кристалла не вижу? Нам нужно что-то еще одно крутануть. Вопрос. Ты видишь что? Я не вижу. А ты? А, вот оно, все, вижу. Бляха-муха. Серьезно? Короче, это нужно взорвать. Это нужно взорвать, только надо понять, чем. Ну, точнее, я понимаю, чем, вопрос где. О! То есть мы должны будем туда кинуть? Трома! Там ничего нету, да, чтобы оно... Да. Нам нужно найти... А! Ха! Не обратил на внимание, если честно, сразу. Значит, во-первых, берем туда, сейчас кинем. Вот сюда. Швыряем. Вот наш кристалл. Ну, скажи, есть результат. Песня. И потом сейчас вторую кинем. А, так это и было в этом дереве. А я его испугался. Ну. Так, сына. Давай. Шмальни сюда. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, я в это не играю. Спасибо, ну вас нахрен. Мы уже в это играли. Я вспомнил. У меня нету воскрешения. Имейте совесть, пожалуйста. Так, а где мне нужно кинуть, вот? Мы, конечно же, можем попытаться. Так, а что там добыло? Там три квадра... А, все. Отлично. Что это? Это деньги. А здесь что? Знак следопыта. Легендарный примет увеличивает урон от всех бросков топора на 6%. Суммируется до 18%. У меня вот вопрос. Вот то, что мы сейчас добыли. Его нужно где-то типа устанавливать? Или он просто у нас есть и все? То, что у нас доступно легендарный. Так, сражаясь голыми руками нам не надо. Удары щитом. Так, для Атрея. Вот для Атрея можно было бы качнуть кое-что. Он сейчас бьет у нас шоком. Стрелы шока. Стрелы света. Давай, стрелы шока. Могут передаваться нескольким врагам. Да. Раз. И стрелы наносят больше урона. И наносит огромный урон от шока.
Как по мне, шикарно. Блин, сын, я понимаю, мы сейчас как только откроем ту сраку, нас как тузик-грелку порвут. Там как вылезет какая-то хрень. Я буду и не рад. Конечно, мы тут, наверное, и восстановимся сразу. Скорее всего. Что, попытаться? Хотя посмотреть, что там? Ой, бля. Ты готов? Ну давай, бля. А Махача не было? Используйте для талисманов. Серьезно? А где? Я тут уже сам себя нашифровал, думал, сейчас мы тут, эх. А вот наша жизнь, то, что я хотел. Но ее не снял лучше, да. Ага. А наши талисманы, если не ошибаюсь, они у нас, наверное... Мы их можем увидеть у этого. У гнома, да? О, бля. Жуткие твари! Пока нет! Ну, вроде убили. Убираем. О! Голова Тамура. Этого великана, который, да? Как спуститься? Поломать пол. Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. О, бля. Так, о, бля, надо того убить. Обязательно в порядке. Сына, помогай мне! Так, надо вот это вот. Мне надо как-то вот эту вот хрень уничтожить. Где? Где он, бля, не вижу. Есть контакт, оп. А, бля, тихо. Там вообще все плохо. Так, остался последний. Трума! Я не готов! А кто готов, сына? Выбора у нас нету. Либо он, либо мы. О, бля! Это еще был не конец? Было до мелких так. Сын! А! Да, бля! Ух ты, бля! Вы че издеваетесь? Меня к этому жизнь не готовила! Сзади! Да какой сзади тут, бля?
все? Почти готов. Да, бля. Пускай собаку. Так, надо на контактном сосредоточиться. Да, папа в шоке, бля. Да хорошо, что здесь есть. Подожди. Да бля. Как раз вот ты мне нужен был бы, чтобы купить себе, блин, восстановление. А то у нас только что такая потная катка была, что даже умереть нет возможности. Синдри, как я рад тебе видеть. Только скажи, что ты, у тебя тут лавка есть. Да, супер. Это было нечто, этот... Ой. Согласен. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло, да? Ты снова дал ему топор. Зато смотри, какой красивый. Золотой. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Цук. Пожалуйста. Все. Знак гномов, плюс один. Так, а теперь очень чего важно. Я хочу что? Купить. Купить камни воскрешения. Так, а в чем разница? Волшебный камень с большим запасом здоровья. О, давай. О! У вас может быть только один камень воскрешения. Ну, окей. Все, главное, что у нас есть камень воскрешения. По ресурсам. Типа стоит 1000, можно купить. Ну, давай купим. Недорого стоит на самом-то деле. Так, чары. Чары нам не надо. Руны. Окей. Броня для бедер. И нагрудная броня. Да не, все остальное такое. По Левиафану улучшать нечего, по когтю. Ага, нам тут требуется сталь. Что-то еще?
Опа, а что дает это? Увеличит запас стрел до 4. Давай. Да. 4 стрелы, это будет хорошо. Я все равно пацаном очень хорошо пользуюсь, поэтому пусть будет 4 стрелы. Ну, нагрудная броня. Ну, не знаю. А, у нас она и стоит. А, мы просто ее можем улучшить немного. Ладно, давай. И броня для рук. Также можно улучшить, да? Тоже плюс 6. Ну давай, хорошо. Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую. У меня вот вопрос в другом. Тут не будем. По талисманам. О, улучшение. Прилив здоровья. Давай. Так. Можно посоздавать талисманы, но нам они не нужны. Продать. Нагрудная броня. Продать. Ну, это что-то. Дальше. Броня для рук. Продать. Артефакты. Это уже не надо. Это не надо. Чары, камни воскрешения, ресурсы мы точно продавать не будем. Потерянных предметов у нас нету. У меня вот только один вопрос по талисманам. Ага, я могу еще раз качнуть. Блин, ну это обычный предмет. Стоп, а как мне менять талисманы? До встречи, друзья. Я уже забыл. Вот здесь вот. Я могу менять их, а у меня другого и нету. Серьезно, мне только один талисман? Это все, что у меня есть? А где другие талисманы? Очень странно. Мне ж там всякое выпадало разное. Не? Реально нет. Цели, кодекс, ресурсы. И у него, да, ничего нельзя сделаешь? Да-да, заходите. Ага, подожди. Мгновенное восстановление всех рунических атак. А, это рунических атак. Талисман вечной ярости. Талисман целебной ярости. Вызов ударной волны, носящей мерено. Повышение, пассивный эффект, восстановление здоровья при захвате. Такое себе. А, так это и есть все эти, да? То есть у нас выбор-то и небольшой. Талисман целебной ярости. Ну да. Хотя, что там последний? Легендарный. А что он хочет? А, там еще дымящий уголек. Ладно, давай качнем наш этот талисман. Все. Не пропадай! Ну что, вот на этом моменте мы с вами и закончим. И в следующем выпуске пойдем дальше изучать наш чудесный мир. А с вами был Андрей Чент. До скорой встречи!